Metsidov, Meng Bemeng Hadabrium, Mes Bolori Sireli, Med. У меня здесь есть жена и дочь. А сыновья пусть не беспокоятся. Я всегда буду. Привет. Почему опоздала? Что ты нам принесла? Шоколадные конфеты. Я знаю откуда. Я тоже знаю. Мама, ты устала? Успокойтесь.
Армения всегда заявляла о том, что она заинтересована в усилении и расширении интеграционных процессов в рамках СНГ, в рамках Евразийского союза, в рамках таможенного союза. И мы в этом направлении двигаемся. Есть определенная специфика в Армении, она заключается в том, что у нас нет общей границы с таможенным союзом. Предлагаемые вами темы для серьезных аналитических статей. С учетом вот этой армянской специфики. В рамках вот этих интеграционных процессов, которых мы очень сильно заинтересованы, надо обратить... Алена, 24 года, любительница развлечений. Экзистенциальная проза теперь не в моде. Никто не будет читать. За своим птенчиком, а вам, девчонки, остается. Мы молодежный канал. Развлекательный. Ты придумай что-нибудь полегче. Ты что, с Луны свалился? Какое искусство, какая культура? Деньги надо зарабатывать, брат. Ашот, выключай камеру. Надоело все это. Я на центральном рынке сыр продаю. Живу, то есть жила в деревне. У мужа собственный дом. Он взял кредит в банке. Ферму построил. Двух коров купил, кур, кроликов. Мы с мужем стали работать. Через полгода ферма стала приносить доход. Сыновья после армии в университет поступили. На платное, конечно. Я Сирануш. Меня Сирануш зовут. Вы знаете Себуга? Он снимает квартиру напротив. Я с ним на рынке познакомилась. Купил 2 килограмма сыра, заплатил. Спросил мое имя. Поинтересовался, как я живу. Руку поцеловал. Я несчастна. Да. Двухэтажный дом, свой, ферма. Разве в этом счастье? Мне 52 года. Вся жизнь в деревне прошла. Где ни телефона, ни роддома. Весь день работаешь в поле или в хлеву.
За 25 лет я в первый раз ногти накрасила. Скажите, я красивая женщина? Это все для меня Сепук купил. И сказал, чтобы я всегда носила его. Мой муж импотент после Карабахской войны. Подорвался на мине. Помоги мне. Скажи мне, где он? Скажи мне. Скажи. Чего ты хочешь? Денег? Я оставила мужа, детей, поймите. Они сказали, что я шлюха, и знать меня не желают. Сепук обещал меня в Алеппо отвезти. Мы должны были там пожениться. Меня обманули. Использовали как последнюю. Я не шлюха. Я обманута. Я женщина. Я мечтала, чтобы обо мне заботились. Любили меня. Уважали мои желания. Но уже все. Муж меня больше не примет, сыновья не простят. Где мне его искать? Простите, но я правда ничем не могу помочь.